читаю я информацию в основном из интернета, Инстаграм, Гугл, разные сайты, сейчас я не могу вспомнить. Из книг беру обязательно, книги первым делом, знания дают и информацию. И в Инстаграме я подписана ко многим специалистам, как юристы, адвокаты, врачи, нутрициологи, то есть, и вот читаю у них информацию. Потом то, что они рекомендуют, какие книги, оттуда беру, читаю. Телевизор я практически не смотрю вообще, телевизор у нас дома не работает. Вот. Керекті ақпараттардың бәрін Инстаграмнан, Телеграмнан оқимын, содан кейін барып жаңа неден, Гуглдан можно қарауға, телевизордан иногда. Ну, иногда телевизордан. Особенно әлеуметтік желілерден солардан қараймын. Мен өзіме қажетті ақпараттарды мен Википедиядан аламын, Инстаграмнан көбінесе көп қараймын. Сол жақта посттар болып оқылады ғой. Одан кейін ВКонтактеде болады. В основном сол интернеттен қараймын. Мен керекті ақпараттарды мен Гуглдан іздеп табамын, Инстаграмнан іздеп көремін, сол жақтан бәрін тауып аламын. Жалпы медиа дегенде қазақ медиасының ішінде оқитын Абай Кезет, Қазақ Таймс, одан кейін әлеуметтік желілер және Тенгри Ньюс. Шоу. Значит, какие использую я сети, медиа сети, да, для того, чтобы получать информацию? Ну, обыкновенные социальные сети — это Chrome, поисковик, интернет. Ну и Инстаграм самое такое распространенное. И все, в принципе, больше ничем не пользуюсь. Что еще сказать, не знаю, что добавить. Я использую, получается, диджитал-каналы, это социальные сети, информационные порталы, и плюс телевидение, и реже наружная реклама.